внимание. На старт первой скачки призом в честь Дня Победы трехлетней чистокровной лошадью дистанция 1600 метров приняли Кучно, повел Скай-Арч, Брок и Герцог с Мучбой. Брок и вперед выходит Волчара, за ним Скай-Арч. И Волчара пошли в борьбе за первое место. С небольшим просветом третьим за вторичьим четвертым тут же с Мучбой и замыкает Кинт-навигатор. Продолжает. Волчара выходит вперед. Вторым тут же Скай-Арч с небольшим просветом заточи. Пейс скачки возрастает. Заточи выходит на второе место. Смучбой тут же третьим. Лидирующая группа идет очень кучно. Скачку ведет Волчара. Тут же заточи. На второе место выходит Смучбой. Заточи очень кучно пошла лидирующая группа. Три лошади идут голова в голову. Вход в левый поворот. Голова в голову, Волчара, Смучбой. Смучбой выходит вперед. Тут же Волчара, тут же Затойчи. С небольшим просветом Скай-Арч и замыкает Кинг-навигатор. Волчара вновь впереди. От него не отстает Смучбой. Третьим Затойчи, тут же Скай-Арч. Подтянулся Кинг-навигатор. Выход на финишную прямую. Приз в честь Дня Победы. Корень держится Волчаром впереди вторым Смучбой. Последние метры. Волчара, Смучбой, Затойчи, Скай-Арч, Кинг-навигатор. Волчара, Смучбой, Затойчи. Волчара уверенно выигрывает приз. Первый вторым Смучбой, а третьим Затойчи на четвертом месте Кинг-навигатор.